Родителям тюменских первоклассников начали выдавать сертификаты на бесплатные кружки. По ним можно посещать коммерческие спортивные секции, интеллектуальные занятия. Оплата пойдет из бюджета города. Пока выделено 11 тысяч сертификатов. Действительно, они до совершеннолетия ребенка. Подать заявление можно на портале персонифицированного финансирования доп. Образования Тюменской области. Услуги на таких условиях предлагает 31 учреждение Тюмени. Получать сертификат каждый год нет необходимости. Изменяется, пополняется только его номинал ежегодно. В этом году номинал сертификата небольшой, всего 1800 рублей, но этой суммы вполне хватит для прохождения до трех краткосрочных ознакомительных программ.